Народ, всем привет. Короче, вчера купил прикольную тачку. За спиной у меня стоит КАЗ-3710 с мотором-инжектором. 406 мотор-инжектор. Короче, за 10 рубасов мне досталась. Очень интересная машинка. На ходу ездит. Пойдемте посмотрим. Такой вот агрегат. Грязный весь. Так как бы она подгнившая, на 15-й резине метелица. Сейчас мы ее съездим, помоем. Что-то, блядь, или 40, или что сломано, как-то на барке сидит. Заниженная Волга радует глаз. Вся на таком ружье вот, в точечках. Пороги, конечно, тут уже кто-то варил. Что-то делали, но... Волги все гниют, жесть. Такая вот машинка. Корабль, блин. Так что вот, сейчас поеду антифризу, долью и на мойку, потом покажу. Короче, купили Волгу, моем на 150 рублей. Гуляем на все деньги. Оп. Не хочет.